Ноу-хау от «Авангарда». Главный тренер Канарейкин руководит командой по телефону, и команда выигрывает 3 матча к ряду на Дальнем Востоке. Помощник Канарейкина Рябыкин раскрывает нюансы. Генеральный менеджер Сибири Фастовский. В Челябинске отказались от Шумакова и Шалунова, в Магнитке от Санникова. А мы поверили в этих ребят. И вот они в сборной. Прогнозы от Шуми Бабаева. Один из самых влиятельных агентов страны. В августе предсказал отставку Карнаухова из «Авангарда». Что сейчас, в ноябре, он старается предугадать. Несмотря на лютый мороз, наша хоккейная телемашина заводится с полуоборота. Вы в овертайме, мы на восточной трассе. Меня зовут Андрей Блохин. А меня Дмитрий Рыкалов. Сегодня в салоне нашей машины масса интересных попутчиков с задушевными разговорами. Вы уже поняли из анонса, кто они. Рябыкин и Фастовский, Шумаков и Шуми Бабаев. Но прежде инсайды. Истина где-то рядом. Ну, раскатимся. Казалось бы, у Сибири только-только начали налаживаться дела. Лазарет настолько опустел, что по добру, по здорову отказались от арендованного ЦСКА Сергиенко. Но вот новая травма, и снова пострадал защитник. Насколько нам стало известно, в матче с Куньлунем сломал мизинец и выбыл на 1.5 месяца Иван Верещагин. Так не поторопились ли в Новосибирске, отпуская Сергиенко? Максим Казаков, в отличие от Сергиенко, находится в «Адмирале» не в аренде. В отличие от Верещагина, у него нет травм и повреждений. А вот со статистикой – беда. Всего 1 передача в 23 играх. Кто-то скажет, вот он, главный кандидат на обмен. Казакова хотел забрать Нижнекамск, где совсем недолго работал хорошо ему знакомый Николай Соловьев. Претендовал на Максима и Салават Юлаев. Игорь Захаркин всегда ценил таких игровичков. Однако в «Адмирале» верят в мяча до конца и не намерены его отпускать. Самоотдача порой важнее статистики. А вот у Антона Бурдасова все в порядке не только с самоотдачей, но и со статистикой. Недавний собеседник овертайма вернулся после травмы и расшевелил КХЛ-овский муравейник. За его игрой следим не только мы, люди с Востока, но и скауты НХЛ. Уже сейчас у Бурдасова есть 3-4 предложения из-за океана. От новичка лиги Лас-Вегаса до более традиционных клубов. Напомню, что его контракт с «Авангардом» истекает после этого сезона. Межсезонье будет жарким. Это без вопросов. Ну а пока в сезоне жарит и зажигает Омск. «Авангард» взял 9 очков из 9 возможных на самом тяжелом выезде в сезоне – дальневосточном. Шанхай, Хабаровск, Владивосток принуждены к сдаче. И это без главного тренера. У Канарейкина еще в Омске во время домашней серии прихватило спину, да так, что он в раздевалке передвигался, опираясь на тросточку. На выезд Федор Леонидович вовсе не поехал, он управлял командой дистанционно. Сейчас один из тренеров «Авангарда» Рябыкин нам расскажет, как именно это происходило. Учитывая то, что Канарейкин остался в Омске, как вы с ним связывались, какие он высказывал пожелания, как осуществлялась коммуникация? Ну, по телефону все это делалось. В перерывах он набирал нам, рассказывал свое видение. Что делать, как делать. А перед матчем, видимо, были телефонные установки? Конечно. Ну, установок телефонных не было, но как бы связывались просто и решали, кто будет играть, кто не будет играть, кто... Ну и тактика. Насколько длинными были разговоры после матча? То есть насколько ты досконально все разбиралась? Да, ну я не могу сказать, что были длинные разговоры после матча, да, но высказывали свое мнение, но... Минут 15-20. Что можете сказать по поводу очень важной проблемы, деликатной? Это борьба не только с соперником, но и часовыми поясами, поскольку Дальний Восток – это движка по времени. Шанхай, потом Хабаров, потом Владивосток. Вот в каком состоянии? Ну, мы внесли коррективы, дали побольше ребятам отдыхать, отменили утренние раскатки. Поэтому, я думаю, они в хорошем физическом состоянии. Здоровье Федору Леонидовичу. Насколько нам известно, он уже вернулся к привычному формату управления «Авангардом». А вот генеральный менеджер Сибири Кирилл Фастовский не оставляет свою команду ни на минуту. Прямо как любящий отец свою дочь в переходном возрасте. Он из тех управленцев, что теплому кабинету предпочитает перелеты, гостиницы и смену часовых поясов. Фастовский
всегда с командой. Да, создается впечатление, что не только Сибирь – это команда дитя для Фастовского, но и хоккеисты – дети. Он гордится теми, кого вырастил. Послушайте и посмотрите, как Фастовский говорит о Шалунове, Шумакове и Санникове, своих старшеньких. Наверное, те люди, которые сейчас играют первую скрипку в Сибири, это Шалунов, это Шумаков, это Санников, года через два будут будущим нашего хоккея, наверняка выступят, может быть, даже на Олимпиаде. Вот каково вам сейчас в Сибири понимать, что вы работаете именно с будущим, что вы работаете на будущее не только новосибирского, но и всего российского хоккея? Ну, собственно, так и складывалось с командой. Мы провозгласили нашу работу именно вот с таким прицелом, что мы берем ребят, которые еще не очень раскрученные, не очень известные, у которых, может, что-то не получилось. И, понимая их потенциал, пытаемся с ними работать и их выводить на другой уровень. Мы так все эти годы работали, уже много игроков играет, и в том числе и в НХЛ. Ведь я же помню, как люди относились иронически к Шалунову, да? То есть в него не верили в Челябинске, в его родном городе. Сейчас похожая история происходит с Глуховым, маленьким, да, с Николаем. Вот за счет чего удается менеджменту Сибири рассматривать вот этих будущих звезд, в которых никто не верит? Ну, мы собираем сведения. У нас хорошая база и хорошие способные люди работают в этом направлении. Поэтому мы очень долго отбираем каждого. Это не то, что мы давайте все заходите, а дальше посмотрим. Здесь очень такой строгий, неоднозначный подбор. Это нельзя выразить в двух словах. Но и мы ошибаемся. К сожалению, не все наши прогнозы сбываются. Не все ребята вырастают в таких игроков. Что касается Шалунова, ну, можно сказать, и по Шумакову тоже его выгнали из Челябинска. Так же, как и Шалунова. Если брать даже третьего в этой тройке, Санникова, в Новосибирске, насколько я знаю, считали, что это игрок прямолинейный, да? В итоге этот прямолинейный игрок по прямой линии доехал до сборной. Ну, так это же благодаря нашей же с ним работе. Как он же не сам доехал, а с помощью тренеров и клуба, и отношения. Конечно, сейчас Степа уже такой символ Новосибирска. Ну да, в детстве от него Магнитка отказался. Это, у них у всех длинная история, кроме своих совсем доморощенных. Но таких немного. Все равно они все как-то в течение своего детства приехали в Новосибирск. И вот мы пытаемся там в них что-то разглядеть. И уверяю вас, что и дальше будут такие же ребята. Значит, тут вторая волна, это Акулов и это Бутузов. Акулов уже, его называют сибирским Дацюком, отдельные товарищи. Бутузов пока никак не может забить. Прорвет его? Вот ваша чуйка что подсказывает? Ну, мы вообще на него ставку делали еще перед сезоном. Мы вообще считали, что Бутузов способен стать открытием этого чемпионата. К сожалению, его подкосила травма. Мы подвели его очень так нормально. Он был в нормальном состоянии к сезону. И он начал играть неплохо. И вот эта травма, она немножко отбросила его назад. Он потихонечку сейчас наберет обратно кондиции, почувствует вот этот вкус. И мы уверены в нем, безусловно. И на него мы рассчитываем. Но есть еще, если брать их вторую волну, есть еще и третья волна, и четвертая мы готовим. То есть у нас работа идет такая планомерная и поступательная. Мы, главное, пытаемся всем объяснять, что не надо выше головы прыгать. Надо идти вровень и пытаться стараться и работать. Конечно, все на работе основано. У нас в этом плане клуб считается одним из самых тяжелых с точки зрения объема тренировок. Ну да, то есть система Скобелка, они складывают легенды. Вот опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь. Мне вот показалось со стороны в этом сезоне, что вы поняли, что команда молодая – это хорошо, но нужны и опытные дядьки. И именно поэтому появился, например, Глухов Большой, да, из Омска. Что вот эту молодежь в Сибири решили разбавить и опытными мастерами. Тоже неоднозначно, можно сказать. Проблема этого сезона – это обилие травм, которые посыпались на нас просто невероятные. Когда есть 8 основных игроков, на которых весь клуб держится, и из них четверо травмированы, то понятно, что результат молодые, которые их заменили, дать не смогут. Нам пришлось с одной стороны укрепить состав, с другой стороны были некоторые ошибки селекции, безусловно, и сейчас наверняка есть.
надо было их исправлять. Поэтому появились люди, которые способны их исправить и вот этот кирпичик, вот эту дырочку в стеночке закрыть. Деликатный вопрос. Артюхин — это все-таки ошибка или пока нет? Ну, Артюхин, так нельзя сказать, что значит ошибка. Ну, это мой любимый игрок, открою секрет, потому что я вот за него очень сильно переживаю, и по первым матчам мне показалось, что вот он нашел свою команду. Вот что стало происходить потом, на ваш взгляд? Мы очень надеемся, что он действительно нашел свою команду. Здесь все абсолютно у Жени лежит в области психологии, мы продолжаем с ним работать. Он очень доброжелательно воспринимает всю вот эту информацию, критику. Он понимает, что ему не хватает. Но надежды мы не потеряли на него. Так что мы работаем с ним. Смотрите далее в овертайме. Сергей Шумаков. Сыграть новосибирской тройкой на Олимпиаде? А почему бы и нет? Любишь ее? Конечно. А хочешь правду? Белый сервис. Вся правда о вашем автомобиле. Мы за правду денег не берем. Диагностика систем автомобиля абсолютно бесплатна. Омская 213Б. Белый сервис. Омск. Вы смотрите «Овертайм. Короли Востока». Детский сад, штаны на лямках, так можно было бы назвать сборную России на первом сезоне этапе Еврохоккей-тура. Ведь средний возраст игроков около 23 лет. Такого не было уже 14 лет. В 2002 году тренер Плющев собрал сборную талантливых 20-летних. В ней были Ковальчук, Фролов, Григоренко и лихо проехался с ней со сборной по этапам Евротура. Один из нынешних призывников из «Нарка» Сергей Шумаков – ныне лидер Сибири и ее лучший снайпер. Когда-то Дмитрий Юшкевич произнес в его адрес слова, похожие на приговор. «Да у него ноги тоньше, чем у меня руки». Зато другой тренер Сибири Дмитрий Квартальнов в приватных разговорах уверял, «Это игрок на 2 миллиона долларов». Стоит ли говорить, кто оказался ближе к истине? Шумаков, когда-то подобранный Фастовским в Оренбурге в разобранном состоянии, теперь вполне уверенный в себе молодой человек. В эфире «Овертайма». Скажите, вот Санников, Шумаков, Шалунов, вы и в жизни друг друга понимаете с полуслова, так же, как на льду? Можно сказать, я вас, вот, три богатыря, три товарища? У нас вся команда такая, у нас все друг друга понимают с полуслова. Не могу не спросить про ваш вызов в национальную сборную. Вот эта сборная, которая выиграла этап Евротура, одна из самых молодых в истории российского хоккея. Что чувствуете, когда вот играете вот таким молодежным детским садом и обыгрываете серьезных ребят? Ну, я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос, но... Собрали хорошую команду, молодые, задорные, все бегают, стараются, все хотят доказать друг за друга, потому что на майке герб и все. А есть ли надежда, хоть и небольшая, сыграть вот своим звеном, шалуновским таким, на Олимпиаде? Все может быть? До Олимпиады время есть? Ну есть, ну конечно, все этого хотят, и Максим, и Степа, и я. Будем работать, а дальше будет решать тренер. Чем-то похожи требования Знарка и требования Скобелки? В похожий хоккей играете? В принципе, да. Смотрите далее в овертайме. Шуми Бабаев. То, как ведет себя главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин, это по-мужски. Это по-настоящему. Ищите Омск здесь. OmskZdes.ru. В эфире «Овертайм. Короли Востока». И мы сейчас показываем вам, смотрите, уникальные кадры. Известный хоккейный агент Шуми Бабаев играет в хоккей.
Дело происходит на так называемых покатушках тренерского и административного штаба «Адмирала». В октябре большой резонанс вызвало показанное нами интервью Шуми. И вот сейчас можно уже открыть секрет. Мы-то снимали это интервью в августе, в середине августа, а показали только в октябре. Но вот за те два месяца, что оно пролежало на полке, знаете, ни одна из позиций не утратила актуальность. Шуми Бабаев всюду угадал. Я скажу больше. Я присутствовал рядом во время записи этого интервью и прекрасно помню, что Шуми Бабаев угадал даже с тем, что не вошло в окончательную эфирную версию. Он точно предсказал отставку Евгения Карнаухова из омского «Авангарда». Гром грянул всего через несколько недель. Учитывая все вышеизложенное, мы решили повторить эксперимент, но на этот раз не затягивать. Итак, оверзгляд Шуми Бабаева на восточный хоккей. Снято буквально только что. Показываем. Практически день в день. У меня дружеские отношения что с новосибирским клубом, как и с клубом из Владивостока, поэтому я специально прилетел на это дерби. Это все равно дерби, да? Это не то, что омское дерби, а здесь, во-первых, два тренера, оба белорусы. И самое, что интересно, здесь и та команда, они играют не в похожий хоккей, а у них политика одинаковая. Они развивают молодых игроков, и это будущее российского хоккея, и в одной и в другой команде играют очень перспективные игроки, и рядом с ними играют опытные игроки, которые помогают им развиваться. Поэтому будущее за такими командами в любом случае есть. Как вам кажется, через какой промежуток времени вот эти команды, которые пока команды второго эшелона, по деньгам в первую очередь, смогут претендовать на Кубок Гагарина? Понятно, сейчас есть клубы олигархи, в том числе питерский СКА, но вот эта вот новая волна, когда она захлестнет? Я думаю, это не ближайшее время, потому что, ну, тягаться... Нет, я думаю, даже этого не будет, потому что вероятность, что у этих клубов появятся деньги достаточно для того, чтобы сохранить эти будущие российские надежды, минимально. Поэтому им все время приходится как выступать донорами как бы этих больших клубов, поэтому бороться за высокие места они будут, но за Кубок Гагарина... тяжеловато, потому что нужно стабильное финансирование, нужен Новосибирску нужен новый дворец и много других факторов должен совпадать. Все-таки Кубок Гагарина, ты встречаешься в полуфинале, в финале с командами-монстрами, там, где играют звезды, там, где большое финансирование, там, где отлаженная система, там, где игроки не думают ни о чем, кроме как о хоккее. И вот рядом Женя Артюхин, вы можете спросить ему о том, как было в СКА, и в СКА все сделано для хоккеистов. Хоккеист приходит, тренируется, и ему ни о чем больше думать не надо, поэтому к этому надо стремиться многим клубам. Мы поговорили про «Адмирал», про Сибирь. Что вы можете сказать о грандах Востока? Это «Магнит», это «Акбарс», это «Авангард». Они оправдывают ожидания болельщиков и, скажем, тех людей, которые вкладывают в них деньги, на ваш взгляд? Ну, для меня самое главное – народ. Для меня самое, на сегодняшний день для меня самое большое открытие – это «Акбарс» из этих грандов, потому что они после Кубка мира они стали играть совершенно в другой хоккей. Да? Если раньше мы знали один хоккей «Бельедино», то сейчас мы видим совершенно другой «Акбарс». Во-первых, он омолодился, он играет в, скажем так, в нескучный хоккей, как это было раньше, и это меня очень радует. И я думаю, если «Акбарс» будет также продолжать, они потрепят нервишки очень многим командам, даже которые по составам более именитые, чем они. А говорят, люди после 50 не меняются. Это про Белединова. Оказывается, возможно изменение? Ну, я не знаю, поменялся ли сам Белединов, либо его, знаете, окружение? Ставила ситуация поменять, либо окружение чуть-чуть изменило. Это внутренней кухни я не знаю. Но там работают люди. Опять же, там вернулся в систему Шевалеев. Равиль, который давно в хоккее в этой команде, и человек очень толковый. Вы предугадали в августовском интервью судьбу Карнаухова. Все так и случилось. Он даже не начал чемпионат. Что скажете о нынешнем тренере «Авангарда» Канарейкине и о том доверии, которое ему оказывают Шалаевы? Ну, то, что он уже оказался в омской команде, это уже доверие. Что на его месте мог бы оказаться кто-нибудь другой, мог бы оказаться какой-нибудь иностранный специалист. Но я думаю, на сегодняшний день, наверное, Канарейкин была идеальная кандидатура на тот момент, да, на момент назначения. На рынке не так много российских специалистов, которые
могли бы быть опытными, те люди, которые что-то выигрывали и которые могли бы, наверное, не разломать команду, а наоборот постараться ее сплотить, потому что в Омске надо было просто, наверное, что-то сделать такое, как бы, пусть, я не знаю, временно он там находится, на год ли он там, больше ли. Мы понимаем все, что у него здоровье тоже, дай бог, чтобы он чувствовал себя всегда хорошо. И просто как он будет себя чувствовать, от этого тоже будет зависеть его работа. Насколько он сможет полностью отдаваться работе с командой. То есть то, что он сейчас просто руководит командой, это уже по большому счету поступок мужской? Да, это он, имея проблемы со здоровьем такие, то, что он взялся, то, что он согласился, потому что ответственность очень большая, и от Омска ждут только побед. И никто не будет делать ему скидок, когда придет конец года, какое место он займет, никто не посмотрит. Раз ты взялся за гуш, не говори, что не идешь. Как вам безбашенный, бесшабашный Салават, который может кому угодно проиграть и у кого угодно выиграть? Это Захаркин. Это система Быкова-Захаркина, и он такой и есть. Это команда, которая играет, скажем так, я бы назвал это слово, просто не хочется в эфире ненормативной лексикой выражаться, это было бы хорошо, но просто это такая команда, как бы... Я думаю, все догадались. Она не разгильдяйская, понимаете? Это команда, которой разрешено всем творить. Это команда, которая, где игроки выходят, я видел, как они тренируются, они выходят, они все знают, что они должны делать на тренировках. Это команда, где улыбаются, команда, где настроение хорошее у ребят, и они получают удовольствие от игры. Даже я разговаривал с Игорем Макаровым, который не мог себя последние годы найти в некоторых командах, но в Салавате он чувствует себя очень комфортно, и Захаркин ему очень сильно доверяет. И последний вопрос, поскольку вы попадаете в точку, вот ваш прогноз отсюда из ноября на апрель, на март, на апрель. На ваш взгляд, кто выиграет Восток? Кто выйдет в финал от Восточной конференции? Вот если бы плей-офф начался сегодня, ваши ставки? Если бы вот... По состоянию на данный момент. По состоянию на данный момент. Какая сильнейшая команда Востока? Думаю, Магнитка. А по дистанции, если брать все превходящие, кто-то разгоняется, кто-то подгружается? Акбарс и Омск могут оказать сопротивление на длинной дистанции. Вот еще время есть, еще очень много игр. И Акбарс с Омском, тем более я знаю эти команды, которые постоянно ведут работу по селекции, постоянно пытаются кого-то взять, и что-то им нужно постоянно поменять, найти кого-то лучше. И здесь, я думаю... У них есть еще моменты, где они могут раскрыться. Ровно через неделю в нашем эфире будет рассказ о восточном супердерби «Авангард Акбарс» и лихой видеоотчет о нашей овертаймовской командировке во Владивосток. Разговор по душам с главной приморской звездочкой Володей Ткачевым об Омской Олимпиаде, знакомство с одним из самых перспективных молодых хоккейных менеджеров России Ильдаром Мухаметовым и масса неповторимого дальневосточного колорита. Все это уже через 7 дней. Ну а пока, по заветам Лагутенко, уходим, уходим, уходим. Но овертайм продолжается. С гранатой в кармане, с чекой в руке, мне чайки здесь запели на знакомом языке. Я отходил спокойно, прятался не вор, колесами печально в небо смотрит круизер. Когда туман растаял и проныла луна, со смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, погаснет свет, утихнет звук. К тебе я больше не вернусь, такой теперь я друг. Уходим, 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 наступят времена. Наши хоккеисты должны и душой, и телом быть в команде и быть частью команды. Уходим, 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 наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе былая, Владивосток 2000. Уходим, 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 наступят времена. Родная, в экстазе.
хоккею привыкаю, то есть в этом городе его любят. С годом и с года где-то, я думаю, даже еще больше его полюбят, чем сейчас.